Ты второй матч к ряду выходишь в основном составе, снова забиваешь. Тренер тебя после предыдущей игры отдельно отметил. Как удалось вот наконец на нужные рельсы встать? Ну, не знаю, это больше вопрос психологии, мне кажется. То, что когда тебе дается шанс, главное его не упустить. И главное проявить себя в нужный момент. Вот. Но мяч ты забил, понятно. А все равно можешь быть доволен своей игрой? Ну, в этой игре 70 на 30 где-то доволен. А 30. Ну, есть моменты, которые нужно работать на тренировках, отрабатывать. В принципе, ну, играли неплохо, но есть ошибки, и будем работать. Можно сказать, что Рифата Жамалетдинова, его отпустили из основной команды для игровой практики, он на противоположном фланге показал, как надо действовать. Да, понятно, мы все смотрим, только кто попадает в основу, пытаемся брать пример. Вот. И да, он показал хорошую игру, молодец. Благодаря этой победе на третью строчку «Локомотив» поднялся. Каковы задачи на оставшуюся часть сезона? Ну, задача главная – это быть первым всегда. То есть нам не важно, кто как играет. Главное, чтобы каждую игру мы выигрывали и показывали, главное, показывали хорошую игру.